Приветствую вас, я поддержу своего коллегу Игоря Летучего и скажу, что действительно, может быть, все, что вы чувствуете, все, что вы ощущаете, может быть, связано именно с тем, что у вас, например, изменился гормональный фон. Тут, конечно, нужно смотреть и исследовать время, вот, то есть, ну, когда у вас это началось, когда у вас начались такие переживания, вот, такие эмоции, вот, и, соответственно, может быть, именно в причинах такого вашего поведения эмоционального, значит, кроется ответ на вопрос, с чем это связано. Вот. Это первое, что хочу сказать. Значит, второе. Вот вы, значит, вы пишете, да, в последнее время эмоции переполняют. В последнее время это в какое, с чего все началось? Сегодня просто взрыв эмоций, хотя ничего такого обычно не происходит. Потому вчера такое душевное выгорание было, что не хотелось ни жить, ни общаться, ни есть. Такие примеры случаются в последнее время очень часто. Но опять же, в последнее время, да, то есть как бы в какое время? Я просыпаюсь, помню все действия Петра, хочу просто знать, от чего бывают такие припадки настроения. Смотрите, может от недостатка отреагирования. То есть вы недостаточно отреагируете то, что с вами происходит на физическом уровне. То есть физиологически, вот именно физиологически вы пробуксовываете в плане отреагирования того, что с вами происходит. То есть не даете адекватную реакцию, скажем, в ответ на то, что вот вам поступает извне. Вот, может быть, такой момент. Может быть, вы в себе что-то подавляете, Ксюша, может быть, еще какие-то действия извне, а может быть, и ваши дают о себе знать. Есть вероятность активирования аффективного комплекса, то есть, например, какое-то событие всколыхнуло давнишнюю детскую историю, связанную с эмоциональным потрясением, и вот сейчас вы просто переживаете последствия этой самой детской истории, вот. То есть, на мой взгляд, данный аспект нужно обязательно исследовать. То есть, если вы хотите разобраться во всем этом, Ксения, а не просто вот задать вопрос и получить некие такие поверхностные ответы, вот, вам нужно выбрать специалиста, значит, пообщаться со специалистом на эту тему, вот, и я уверен, причины будут найдены.
если вы просто хотел бы поговорить о том, что вообще вас волнует, что беспокоит, что, какие изменения происходили у вас в последнее время в вашей жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.